Совет Безопасности Украины принял новые санкции в отношении России. Причем санкции эти довольно странные. Речь идет об ограничении работы на территории Украины крупнейшего российского интернет-ритейлера Wildberries. При этом в России эта сеть продолжает успешно работать и развиваться. Открываются новые пункты интернет-магазина. Сегодня мы поговорим об открытии одного из них. Введение санкций против работы на территории Украины ритейлера Wildberries означает закрытие порядка 800 пунктов у наших соседей. А в России открываются все новые. С чем это связано? Мы рассматривали несколько вариантов, какой бизнес здесь лучше открыть. Конечно, в условиях пандемии онлайн-платформы играют все большую роль. А Wildberries – это одна из лучших среди них как в плане ассортимента, так и в отношении стоимости товаров. Причем затраты на открытие такого пункта выдачи заказов небольшие. Вывеска, стойка администратора, складское помещение, примерочные кабинки, клиентская зона – все довольно просто и гораздо технологичнее, чем в обычном магазине. Людям надоели вечные пробки в городах и поиски парковки. Как минимум, на посещение торгового центра, чтобы вы не задумали купить, как минимум идет не менее часа, а иногда и 2-3 часа. И все это происходит при большом скоплении народа и занимает массу времени. Мы делаем магазин на одной из самых оживленных российских трасс – М5 Москва-Самара. Люди, которые проезжают по ней, могут заранее заказать и за несколько минут забрать свою покупку. Это очень удобно. Онлайн-торговля будет бурно развиваться, а объем обычных продаж будет снижаться. Поэтому мы открываем здесь такой пункт и создаем максимальное удобство для покупателей, которые пользуются современными платформами в сфере торговли. Почему тогда на Украине не понимают, насколько это выгодно и удобно людям? Да, людям это выгодно. А позиция властей, похоже, сводится к тому, лишь бы навредить соседу. Им без разницы, если 800 пунктов Wildberries закроется в Украине, то в каждом из них работает как минимум 3 человека. А это значит, что 2400 граждан останутся без работы. Мало того, в Украине просто не будет этого эффективного бизнеса. Не будет конкуренции, цены станут более высокими. А общий уровень сервиса, напротив, ниже. Кстати, этот многофункциональный комплекс возводили строители из Украины. Они приезжали сюда сотнями, работали здесь, отправляли семьям заработанные деньги. Многие потом окончательно здесь обосновались и перевезли свои семьи. Тоже будет и с продавцами, и с малым и средним бизнесом. Если в своей стране не созданы условия, люди будут приезжать в те места, где бизнес сможет более успешно развиваться. Насколько выгодно открытие такого пункта Wildberries? При правильном выборе места это очень выгодный бизнес. Здесь автомобильный трафик более 50 тысяч машин в день. Это как раз активные, современные люди. Если человек пользуется автомобилем, он уже имеет хорошие доходы, поэтому открытие пункта именно здесь – это очень эффективно. Тем более магазин находится в существующем придорожном комплексе, в котором торговля уже хорошо развита. Отдельно стоящие помещения и большая парковка позволяют очень быстро обслуживать клиентов даже относительно других аналогичных пунктов. Здесь это сделать гораздо удобнее. Не надо ездить по городу, искать нужный адрес. Наш пункт хорошо виден с трассы. К нему удобный заезд и нет проблем с парковкой.